Ребят, всех рад видеть в вечернем выпуске на канале Тимоха Лайв, случайных пользователей, все, кто уже давным-давно подписан на мой канал. И в этом видео хочу вам рассказать одну настройку, которая вас сильно удивит, и наверняка она была включена у каждого из вас. Срочно выключите эти настройки на своем телефоне. Сбор личных данных, так что будьте внимательны. Что же после отключения, какие плюсы будут на вашем телефоне? Первое, это экономия батареи колоссальная. Второе, идет утечка информации. Ну, когда вы запретите, утечка перестанет быть. И третье, это снизится дополнительные нагрузки на самом гаджете. Не верите? Тогда отключите и протестируйте в течение 2 дней. Если же никаких изменений не будет, просто-напросто включите это назад. Значит, эти службы отправляют на сервера анонимно о ваших действиях, которые вы все делаете на вашем мобильном телефоне. Мало кто знает это, но тем не менее хочет отключить. Каждый раз проверяйте эти настройки после обновления телефона, которые вы делаете, я уверен, раз в месяц, это точно. Ну, как же нам добраться для этих настроек? Все, что нам необходимо, это настройки на нашем телефоне. Переходим в настройки и делаем такие пунктики. У вас же будет настройки, далее расширенные настройки, язык и ввод, и вы найдете там синтез речи. Кто не может найти, просто-напросто воспользуйтесь вот этим вот поиском лупой. Пишите синтез речи, вот так вот, синтез речи, и у вас сразу выбится этот пункт. У меня же немножко будет по-другому. Мне необходимо будет проделать свои настройки, синтез. То есть мне нужно будет зайти в систему. Вот сюда. Далее я найду язык и ввод. И найду такой пункт, который называется у меня синтез речи. Вот здесь дополнительно. И у меня будет синтез речи. Захожу в синтез речи. Дальше нахожу вот такую вот шестереночку, нажимаю на эту шестеренку и смотрите, что мне нужно отключить. Здесь хочу вам сразу сказать, мы должны включить вот этот вот пункт. Вот так вот нажимаем. Скачивать голосовые данные только через Wi-Fi, экономия трафика. То есть, активируя вот этот вот пункт, вы будете колоссально экономить трафик. Ну, а нам нужно здесь выключить вот эти вот пункт, анонимные отчеты о синтезе речи. Нажимаем, и как вы видите, этот пункт был у меня включен. У кого он тоже включен, поставьте лайк, будет интересно посмотреть, сколько же нас. И читаем. Если вы включите эту функцию, мы сможем собирать анонимные отчеты об использовании сервиса. Это поможет нам лучше понять, как работает синтез речи на вашем устройстве. Примеры собираемых показателей. Частоты работы с синтезом речи. Производительность запроса на синтез речи, используемые языки, проблемы при преобразовании текста. Но это написано, а неизвестно, что еще, какие будут данные, собранные с нашего гаджета. Так что я всем рекомендую настоятельно отключить этот пункт. Отключил я и на своем телефоне, друзья. Вот такие вот данные нужно отключать обязательно. Кому понравилось видео, поставьте лайк свой. И подпишитесь, кто еще не подписан на мой канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе всех новых видео, которые выходят на этом канале каждый день. Надеюсь, это видео стало вам действительно полезным. Расскажите о нем своим друзьям и поделитесь с родственниками. С вами был, как всегда, Тимоха Лайв. Всем пока. До скорого. Подпишись, не ленись, на канал. Пока-пока, друзья.